В Актобе волонтеры помогают пострадавшим от паводков. В организованные активистами пункты неравнодушные люди приносят продукты, одежду, постельные принадлежности и предметы гигиены. В областном центре вода проникла в более чем 100 дачных домов. Пострадавших разместили в эвакуационных пунктах. Пятые сутки Айгуль Кинжалина вместе с семьей находится в эвакуационном пункте. Из-за разлива реки Женишке их дом затопило. Женщина рассказывает, что вода начала прибывать ночью. Семье пришлось срочно покинуть жилье. Однако, когда они смогут вернуться, неизвестно. В доме сырость, мебель испорчена. Как видите, все от воды вздулось. И двери, и кровати, и шкафы. Все было в воде. А после того, как высохнет, оно уже придет в негодность. Остается только выкинуть. Эвакуационные пункты для пострадавших от паводка развернули в школах. Сейчас в них остаются около 100 человек. Людей обеспечили горячим питанием. С одеждой, обувью и всем необходимым помогают неравнодушные актюбинцы. Волонтеры организовали 8 передвижных пунктов, в которых принимают помощь для нуждающихся. Мы непосредственно держим тесную связь с руководством школ. Каждое утро, каждый вечер уточняем, что нужно. Вот буквально вечером спросили, они сказали, необходимое одеяло, подушки. Соответственно, мы буквально в течение получаса все собрали и отвезли нуждающимся семьям. Вот также на сегодняшний день у нас попросили тазики, продукты питания, фрукты деткам. Ну, это понятно, что, конечно, государство обеспечило трехразовым питанием, но это все равно для деток будет очень приятно. Всего в областном центре подтопило 109 дачных домов. Сейчас затопленные строения обходят члены специальной комиссии, чтобы выяснить, какой ущерб нанесен жителям. Местные власти заверили, что без помощи пострадавшие не останутся. Однако какую именно помощь им окажут, пока неизвестно. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актобе, Хабар 24.